Привет, мои дорогие друзья! Сегодня первый раз я хочу обратиться к милым, красивым девушкам, молодым, красивым, к тем, которые хотят становиться матерями. Драгоценные мои дамы, уж действительно надо беречь честь молоду ради хотя бы ваших детей, по причине того, что все, что вы, все ваши связи, все ваши увлечения – так или иначе отражаются на ребенке, потому что 9 месяцев ребенок плавает в этих околоплодных водах, так сказать, и все от матери хватает всю инфекцию, все, что есть. Была у вас трихомонада, и у ребенка будет трихомонада. Если у вас есть хламидии, и вирус герпеса, и все у вас будет. Берегите честь действительно с молоду. Не нужно много иметь партнеров, потому что от каждого партнера можно нахвататься черт знает чего. И тогда, если вы действительно каким-то образом живете по законам правильным, духовным, и детки тогда будут абсолютно здоровыми, потому что все, первые свои болезни ребенок получает в утробе матери. А потом уже приходится с этим играться и расхлебывать это всю жизнь. Собственно говоря, это все, что я хотел сказать милым, красивым дамам в этом видео. На сегодня все.